Рад вас приветствовать на нашем канале Prepress Lessons Online Practic Lessons. Сегодня я хочу вам показать, как сделать анимированный слайдер при помощи плагина Revolution Slider. Он подходит как для... Он поставляется как HTML скрипт, так и как плагин дополнительный к WordPress. Итак, в прошлом уроке я показывал, как сделать слайдер и подготовить его для верстки, для анимирования. В данном случае мы анимируем при помощи Revolution Slider на нашем сайте. Итак, заходим в Revolution Slider, редактировать слайдер, это Betalight, Ну, можно добавить новый слайд, но я предпочитаю это делать уже так, чтобы подряд было. Нажимаю один изменить. Нажимаю добавить слайд. Новый слайд создан. Назову его 8 марта. Переходы ставлю обычно премиум. Ссылку. Разрешить ссылки, разрешить на слайд. Вот у меня есть категория косметика на Anorganics. Классная косметика, кстати. Миниатюра нам не надо. Фон изображения. Изменить изображение. У меня здесь загружены мои файлы. Можете посмотреть в прошлом уроке, как я их делал. PNG-шки, по-моему, прозрачные. И начинаю. Я их загрузил все. Теперь выбираю для того, чтобы составить нам вот такой вот баннер. Иногда поглядываю в Photoshop, чтобы вспомнить, где что стоит. Ну, это сейчас не главное. Insert. Это мы сделали фон. Следующим мы добавляем изображение. Добавить слой изображения. Идем слева направо, да? Insert, и пытаюсь примерно прикинуть, где оно должно стоять. Я ускорюсь, чтобы сэкономить вам время просмотра. Так, ну вроде все правильно. Все правильно расставил. Если что, подвигаем. Оно хорошо подвигается. Слайдер. Так, проверим. Ага. Ну, вроде красиво. Вроде так, как мы задумывали изначально в нашем дизайне. Дальше пошли. Справа у нас основные параметры слоя нам не нужны. Анимация слоя. Это мы подойдем потом. Первым, что я делаю, слои, время и порядок. Я выставляю end, то есть то, что когда будет заканчиваться. Я честно говоря, поиграйте сами. Я показываю вам, как сделать просто, чтобы с чего-то начать. То есть это можно показывать очень долго и нудно. 9 секунд, это у нас будет конечно слайд. Ставлю это везде, потому что я хочу, чтобы все наши элементы были на баннере в конце того, как у нас анимация закончится. Если вы хотите, чтобы какого-то элемента не было, вы просто ставите другое значение. То есть через 7 секунд оно должно пропасть. Например. Потом посмотрим. Пока ставим 9 секунд для всех элементов нашего баннера. Мне кажется, это более логично. Это у нас, когда будет появляться наш, через сколько, вернее, будет появляться наш элемент. Этот появляться будет через полсекунды. Я обычно изменяю и ставлю на
с увеличением на 600. 1200, 1800, 2400, 3600, 4200, 4800. Если вы хотите, чтобы оно было что-то быстрее или сразу подряд, то просто изменяем значение, не 4800, допустим, вот у нас 4800, это сердечко, да? А, это 20% скидки. Ну, давайте сначала посмотрим, как есть. Так, 5400. Потом будем разбираться, что делать дальше с этим всем. 6600. Честно говоря, многовато. 7200. Ну, не важно. 7800. Так. Наверное, этим мы сделаем побыстрее анимацию. Значит, вот эти три, да? 6600, ну, 6500 на и наши бренды. 6, пусть будет 6200, 6400, 6600. Ну, пусть будет пока так. Дальше. Что мы делаем? Начинаем наших цветочков. Мы должны выяснить, как оно должно появляться у нас на нашем слайдере. Я предлагаю сделать его как rotated. Здесь первая анимация. Их, ну, довольно-таки много. Вот random rotation from top. Мы, я думаю, во-первых, если я нажму, то я посмотрю превью from bottom. Это быстрое появление. И long — это долго появляется. Power easy — но это как, каким образом оно, так сказать, становится. Я в некоторых случаях меняю, в некоторых не меняю. Ну, полет фантазии не ограничен, скажем так. Очень много всяких дополнений, которые только какой вам нравится, такой ставить. Мне нравятся вот такие вот. Ну, ладно. Это у нас восьмерка. Я ставлю rotate, random rotate, wake easy in out. Я сделаю помедленнее, например, вот так вот. Оп. Start duration 900 миллисекунд, чтобы оно было более-менее плавное. Хотим быстрее — уменьшаем это, 600 миллисекунд. Есть. Идем дальше. Следующий. Не рекомендую клацать именно на эту, лучше на какое-то поле, чтобы не съехало. Ну, сами поймете, когда один раз промажете. Буква К. Буква К. Что же с буквой К делать? Наверное, бы... Ага, все-таки 8 марта. Ага, правильно, все. То есть идет сначала К, потом 8. Потом идет марта, видите, послойно. К, я хочу shot from left. Тогда я быстро это все сделаю так, как я задумываю. Можно даже long. Давайте long from left. 900. Power easy in out. Back easy in out. Вот так вот, да, как защелочка. Марта я тоже делаю long from left. 900. Тот же самый переход, параметры перехода начального делаю back. Стоп. Back in out. Восьмерка. Так же самое. Long from... Нет, сделаю short from left. Ой, прикольно. 900. Первый раз попробуйте, если будет сложно, второй раз будет легче. Поверьте мне. Так, это есть. Это у нас тоже будет rotate random.
тоже сделаю 600 миллисекунд, тоже back is in out. Я люблю этот эффект, прикольно получается. Так, сердечко, сердечко, я думаю, лучше фейдом сделать. 1000. И вот здесь вот мы можем изменить. Фейд тоже back is in out. Фейд есть. 20% пусть будет. Shot from bottom сверху. Ой, это снизу. Shot from top. 900. Тоже самый эффект. Ну, люблю я его. Можно поставить другой. Обратите внимание, конец перехода. Если мы тут ставим какое-то другое значение, то тогда оно с этим переходом так изменяется. Понятно, да? Так, двадцатка у нас сверху. Для любимых мы это делаем снизу. Shot from bottom. 900. Да, и если хотите какие-то предустановленные вещи, можно сделать изначально в настройках. Сейчас я не буду показывать настройки слайдеров. Не обижайтесь, если кому-то надо, мы пройдемся, но только в другом видео и только после комментария. Так, 900. На у нас будет быстро, если мы помним. Минус 20. Ага, цветок. Забыл про цветок. Random rotate, тоже делаю 600. Back is цветочек мы сделали. Букву слова на мы делаем справа. Shot from right. Помним, что у нас оно тут быстро по 200 миллисекунд, поэтому я думаю, так, чтобы они помедленнее были. Так, бог с ним, пусть будет даже 900 миллисекунд. Переход наш баги. Просто когда-нибудь пройдитесь по этим всем значениям, и вам какой-то может будет интереснее, чем то, что я предлагаю вам. Не бойтесь экспериментировать. Канаан shot from right. Тоже 900. Давайте оставим эти так. Нет, тоже не интересно. Back is in out. In out будет. Так. Shot from right. 900. Ой, не то. Back из in out, да, 900. Так, ну все, да, вроде мы настроили, все сделали. Давайте же, во-первых, сохранимся, во-вторых, посмотрим наш слайд. Нажимаем на превью. Смотрите, как прикольно. Все, баннер готов. Можем еще раз посмотреть. Быстро появляется К. Цветочек, а фон медленно появляется. Можем исправить это все. Это потому, что у нас настройки. Настройки изначальные. Ну это мы поправим, но я этого делать не буду, потому что мой внутренний перфекционист не хочет ничего другого делать. Так, что еще можем сделать? Перейти к установкам слайдера. Он у нас редактировать слайды. Он у нас сейчас последний. Видите? Мы можем переместить его на вверх, допустим. Как это сделать? Вот у нас есть. Чтобы он был первым. Есть.
принципе, оно, по-моему, уже сохранилось. А, оно уже сохранилось, да. Закрыть. Оно сохранило. Переходим на наш сайт. И наблюдаем наш баннер. Красиво, красиво. Есть вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока, до новых встреч.